Северском районе подвели итоги выборов президента страны. По данным территориальной избирательной комиссии, в список избирателей включено около 92 тысяч человек. Свой гражданский долг, придя на выборы, выполнило более 83%. Наибольшее количество голосов получил Владимир Владимирович Путин. Проголосовали за него 88,9% избирателей Северского района. В этом они стали солидарны с жителями Кубани и страны в целом. Действующий президент России победил на выборах главы государства, получив более 87% голосов. Это уже назвали рекордным результатом при самой высокой с 1991 года явке.